ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Итак, я вас приветствую, дорогие друзья, вы на моем канале. Я продолжаю проходить The Last of Us, одни из нас. В предыдущей части мы попрощались со своим братом Томми. Джоэл попрощался. И, в общем, мы идем в Колорадский университет, чтобы найти цикад. И, собственно, отдать Элли на опыты, чтобы из нее сделать вакцину. Так, возвращаемся сразу назад. Мозоль, здесь лежит стоять. Комикс, берем. Это что это за кличка? Мозоль. Ты же не спросил у Томми, как ее зовут? Мозоль. Мозоль. Ой, богатая иди. Фантазия на имена. Так, ну, в общем, теперь у нас как такой в свободном режиме можем поуправлять лошадью. Спешиться тоже можем, вы видели тут что. Так, ну теперь у нас тут есть огромная территория, это университет. В принципе, здесь не так богато полезной, тут всякими полезными финтифлюшечками, ингредиентами. Я их вроде как все нашел уже давно. Сейчас буду вам показывать, эти что где жить. Не похожи на зеркало. Идем в центр, оттуда будет виден почти весь лагерь. Я останусь с мозолью. Дурацкая кличка. Здесь есть трава. Так, вроде как больше здесь нет. Я думал, тут детали еще есть. Так, ну теперь двигаемся. Вот, так, сейчас вспомню сам, куда ехать. Вот, вот здесь есть проход. Так, и вот смотрите, вот здесь есть еще дополнительный диалог. Вот я его, честно, когда первый раз проходил, не заметил. Вот он. Здоровый баран. Вы прямо идолопоклонники. Так это же спорт. О, да. Так, я вам сразу его показал, чтобы потом не забыть, а то я вечно про него забываю. Не волнуйтесь, тут не как в некоторых играх перепрыгнул, типа я обратно нельзя вернуться, можно. Так, здесь новое у нас оружие. Так, стоп. Деталька. И это у нас огнемет. Ой, да, как мало у нас там его. 20 всего лишь. Не знаю, в чем измеряется. На обычном режиме там 50 дают нам. Так, детали. Сейчас пока улучшать не надо, надо собрать все вот эти вот детальки, которые здесь разбросаны. Так, таблетки. Опять детали. Так, 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 так. Сначала все осмотрю, потом. А, стоп, у нас на втором этаже вроде что-то еще завалялось. Там еще лежит записка. Тут якобы был наблюдательный пост. В общем, цикады здесь следили. Узкий проем, если кто-то пройдет, легко заметить. Тут был наблюдательный пункт. Вот, да, записка. Это хороший знак. Так, ну теперь можно спускаться вниз. Вроде как здесь все собрали. Так, кстати, ребятки, огнемет очень хорошая вещь. Особенно если у вас его много. Вот много чего-то, горючего там или чего. Заработал. Впрочем, зомбарей очень эффективен. Так, посмотри, 153. Опчики, а у нас еще нет, прикиньте. Третьего уровня, четвертого, в смысле, этого инструмента. Так, прежнего пока не могу ничего улучшить. Скорость перезарядки, это не так важно, в принципе. Ой, знаете, я сейчас пока не хочу ничего. Я просто хочу El Diablo улучшить. Вот емкость магазина, скорострельность, бронебойность хотя бы надо улучшить. Но у нас не хватит ни черта. Так, тогда идем дальше. Перезаряжен, ну, вроде, да?
Подвинься-ка. Пошла. Это было весело. Ой, холодает. Сейчас сезон. Опа, а вот это они не говорили раньше. Это похоже новый диалог, хотя бы маленький. Так, вот я не помню, где-то здесь вроде валяться должен медальон цикад. Точнее, не валяться, а этот висит на дереве, как яблоко как будто. Я уже не помню на каком, лучше осматривайте деревья. Надеюсь, я вам покажу сейчас. Если честно, я вот не уверен, что я помню, где, на какой именно ветке тут валяется медальон цикад. Как обычно, у меня кирпичей нет. Нет, кажется, не здесь. Кажется, не здесь. Беги. Беги? Это он кому? Смотри, вон там. Это оно? И правда похоже на зеркало. Так, вот сейчас проходим вот в эту расщелину. Сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен. Так. Теперь открываем ворота. Опа. Чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Да, а то он убежит. Так. Я быстро. Вот тут наверху, ребятки, есть зомбари. Не помню, по-моему, там второй уровень. Похоже, кстати, вот если вы там наладить. Забыли огнемет взять, то он тут будет валяться, по идее. То есть, не переживайте. Ну, вы там детали туда не возьмете. Вот так что лучше делайте, как я. Так, вот здесь записка. Мы поставили дверь на входе в генератор. Записку нет, вам необходимо. Топлива очень мало. Окей. Нет тока. В общем, нужно подняться и включить генератор в очередной раз. Попробую включить. И как всегда, там у нас неприятности. Одни лишь неприятности. Так, свет вон вот так вот идти сюда. Здесь, во-первых, вот видите, пилюльки есть. Так, можно там что-то улучшить? Можно, конечно. Подождите, не понял. Я же скорость лечения уже улучшал. Так, скорость создания предметов, в принципе, можно. Так. Кирпича нет. Это очень плохо. Так, вот видите, здесь зомбарь. Вот зараза. Берем, в общем, огнеметик, не торопимся. Вот так вот. Экономно, знаете. Все. Так, так, видите, ну с них нормально тут сыпется. Нормально, то есть. Видите? И револьвер. Я забыл, что я хотел сделать. А, так, ну надо все перезарядить. Ну, придется здесь потратить огнеметик, потому что я здесь пытался стелсом проходить. Ну, не сейчас, а вообще. На легком даже. Не помню, мне не получалось. Вот меня вечно эти зомбари палили, понимаете? Они у них, походу, глаза на затылке, они просто оборачиваются. Вечно. Вроде как включили. Ну и вроде пока все, я не знаю. Так, давайте поставим. Так, надо еще этот баллон поменять с горючим. А, у нас еще же шотган есть. Но я помню, дали нам патроны. Я бы хотела стать астронавтом. Да ты что? Ага. Представляешь, ты там совсем один.
Теперь включаем. И Сезам, откройся. Ну а ты? У-ху. Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать... Певцом. Певцом. Да ладно. Певцом. Серьезно. Спой что-нибудь. Нет. Давай, нет. Я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Ни за что. Текс. Так вот сейчас не спешим. Не перепрыгиваем. Я вот здесь не уверен, что можно вернуться. Не уверен в этом. Так, или там уже напевает что-то. Залазим сюда. Берем детальки, берем таблетки. А, еще цикады. Где он цикад лежит? Я, честно, ребят, когда первый раз проходил, я думал, делать медальонки. Ну, медальоны, думал, что это... Ну, понятно, что это как бы ачивка, да, там, для этого дела. Но я думал еще, что рано или поздно мы до них доберемся и просто увидим гору трупов. Ну, что все умрут, там, все, кто-то их перебьет, там, зомбари сожрут в итоге. Ничего. Я, в общем, пока не буду рассказывать, чем все закончится. Я вот так думал, что мы найдем просто кучу трупов. Круто! Это обезьяны? Опа. Обезьяны. Да, целая куча. Пошла. Так, вот сейчас здесь есть еще одно место. Куда надо заглянуть? Ну, пошла. Вот сюда. Опачки. И вот здесь, смотрите, есть открытое окно. Залазим. Здесь детали. Берем их, учебник к тому же еще, я не помню даже. А, вот аптечки улучшены. Теперь аптечки будут. Что там? Сколько там в процентах? Ой, как много-то, елы-пал, я уже. Первая помощь в полевых условиях. Ну, в общем, увеличивается аптечка. То есть будет вам гораздо больше залечивать раны, чем раньше. Да, она здесь не как в мультиплеере, аптечка одна, там, опа, залечились, все, все жизни восстановились, она восстанавливает только часть здоровья. Сейчас мы ее улучшили как раз таки. Здесь берем, что забыл фонарь включить, пилсы, детали, в общем, все, хапаем. И спускаемся вниз. Вот, здесь как раз Эля. Сдвинься. Так, идем, 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 идем. Знаете куда? Вот сейчас вот здесь дополнительный смотри, диалог. Цикады. Смотрим. Вижу. Нажимаем. Хорошо. Первый признак цикад. Так, и вот здесь еще. Эй. Ну вроде, если вы там нажали, то здесь уже вроде не надо. Тоже здесь то же самое. Так, попробуем открыть ворота. Паркуемся. Так, что-то мне не слазит. А, вот, после Эли. Дама вперед. И девушки тоже. Ну, девочки. Ладно. Так. Вот видите, здесь генератор. Вот это зеркало. Ну, в общем, здание как зеркало. Вот генератор. Еще один генератор. Так, а вот. Его куда надо подключить? Это тоже подключили. Ты побудь здесь и... Смотри за лошадью. Давай сам побудь с лошадью. Не, не работает. Извини, я вся как на иголках. Интересно, из-за чего? Так, вот здесь детали, смотрите. Так, потом вот здесь у нас таблеточки. Так, записочка вот здесь. Так, вот здесь, это, я так понимаю, у нас то ли общага будет, то ли еще что-то. В общем, здесь очень много комнат. Так, опять тряпка. У нас там уже тряпок-то. Угу. Нам бы алкоголь бы найти для полного счастья. Таблетки опять.
На самом деле тут таблеток очень много, то есть можно реально все улучшить тут. Ну, мастер ножа я не уверен. Тут таблеток гораздо больше, чем деталей. То есть вряд ли тут все улучшить можно за первое прохождение. Я вроде как все детали нашел, но все равно не получается все улучшить. Вот по таблеткам нормально. И долго вы продержались? Так, вот сейчас входим сразу все комнаты. Здесь вроде ничего. Дверь. Вот детали. О, патрончики. Долбаные споры. Так, вот здесь споры, он сам одевает противогаз. Долбаные споры. Так, и вот сейчас мы прыгаем вниз. Ну и конечно же, здесь начинается такая жуткая ситуация. Здесь этих зомбарей, как всегда, много. Так, советую вам брать огнемет, да, и лук. Ну, как обычно, вы помните, что здесь... Кстати, здесь бегунов нету и первого уровня тоже, вот, до этих зомбарей. Здесь только щелкуны и еще один топляк есть. Так, ну, ножи, я думаю, в принципе, можно потратить, знаете. Тут, в принципе, у нас же из-за моего... О, бутылочка. Из-за моего бага тут, точнее, не из-за моего бага, а за тем багом, который я пользуюсь. Ножей предостаточно у нас. Можно их порезать, в принципе. Просто, понимаете, с лука, с одного выстрела вы их не убьете. Ну, зомбаков. Ну, щелкунов можно убить только выстрелом в голову. С лука и то не всегда получается. То еще они так шатаются, когда ходят, как будто, не знаю, пьяные. Черта нет. У нас три удара ножом. В принципе, можно три удара потратить. Те, кто стоят, можно попасть, да? То есть... Вот, хэдшот, и все. Видите, стрела у нас ломается. Да, это плохо. А вот те, кто ходит, по ним тяжело попасть, их лучше ножичком чикать. Так, раз, два. Так вот, слышите, там звук издает топляк. Они как бы сейчас спят, я так понимаю. О, стрелка. Так, здесь можно немножко ускориться. Видите? Берем. Кушаем. Вон, видите, топляк стоит. Он пока не знает, что вы здесь. Опа, щелкун. Так, ну третий как раз удар можно на него потратить, на последнего. Так, прям берем вот так вот и режем его. Теперь видите. Ой, нам еще огнемет дали. Отлично. Так, знаете что? Блин, какие звуки он издает, а? Ужас. Так, ну вот, к сожалению, ребятки, не получится его зарезать, да, как из этих лузеров. Надо его либо огнеметом, либо... Либо его... Не знаете, я, наверное, его тратить не буду, огнемет. Не буду. Я объясню, почему нельзя пройти так вот спокойно. Хотя, как... Я не знаю, давайте сейчас рискнем. Я вот, если честно, не знаю, на свой страх и риск. Как говорится, сейчас попытаюсь пройти. Но тут надо сейчас будет по кнопке. А, нет, стоп, ребятки. Хотя, сейчас я вам расскажу. В общем, если вы хотите медальон цикад взять, в общем, дело в том, что когда вы его убиваете, у него как бы выпадает медальон цикад после него. Если вы хотите получить ачивку, да, то вы его убиваете. Огнемет вам советую это делать. В упор подходите его, как только он к вам подходит, сжигаем его огнеметом. В общем, сейчас мы будем, видите, здесь дверь забаррикадирована, открывать дверь, и надо очень быстро стучать по, ну, в общем, нажимать кнопку квадратика. Иначе он сейчас быстро проснется и очень быстро, видите, он просыпается. А, нет. Как-то можно. Смотрите. Ха. Не понял. Я помню, на максимальном уровне проходил.
А, вот он и проснулся. Так, что же он там делать будет? А, ладно, пофигу. В общем, если вы хотите получить медальон цикад, просто его сжигайте огнеметом, либо коктейлем. Вроде коктейль улучшенный второй должен его с одного сжечь, но я не уверен. Может еще выжить спокойно. Но его там совсем немножко останется. Так, здесь у нас таблеточки. Так, 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 что у нас тут еще есть? Мне, честно, уже таблетки, в принципе, не нужны. Ну, то есть, мне уже пофигу. Потому что я, мне главное, чтобы у меня прицел не двигал, ну, не дергался. Я уже это прокачал. Здоровье у меня максимальное. Скорость создания предметов и лечение, в принципе, для меня не очень важно, поскольку я этим редко пользуюсь. Ну, крафчу я в спокойных местах, то есть мне там скорость это не очень важно. А лечение, ну, я редко лечусь. Там зараженные, я цел. Я первую аптечку только сделал. Ну, открывай ворота. За всю игру. Или вторую. Вот, не помню сейчас. Ну, первую или вторую где-то. Так, берем, в общем, сюда этот генератор ставим. Ставим генератор. Джоэл сам его подключит. Ну и запускаем его как обычно, то есть падает, нажимаем, все. Попробуем через ворота. Есть, проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет, это вряд ли. Ну, топляк может быть. В лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. У топляка выпадает после его смерти миллион цикад. Значит, он, скорее всего, был цикадой. Да, вообще-то им бы пора появиться. Идем внутрь. Вот здесь алкашка, видите? Заберем ее, она нам нужна для аптечки, для коктейлей. Иди. Тем более алкоголя здесь меньше, чем тряпок. Надо не пропускать ни в коем случае. Так, здесь детали вон лежат, видите? Сейчас. Приходится все время останавливаться, брать нужное и садиться снова на лошадь. Иди. Так, вот здесь снова детали, опять останавливаемся. Опять их берем. Вот они. Ам-ам. Подвинься-ка. Ай-ё. Так, здесь я лоханулся чуток. Можно было их пешком, в принципе, пройти. И взять их. Вот. Давай, беги. Опять деталь, видите? Вот здесь... И здесь медальон цикад. Мы же живых-то цикад увидим? Надеюсь. Так, ну вот, в принципе, мы и дошли. Так, теперь можно уже спешиться. Все, теперь нам не придется ездить. Берем вот этот мусорник. Мусорный бак и тащим его, тащим сюда, сейчас скажу. Можно, в принципе, по левой стороне, ладно. И спускаем его вниз. Нормально. У меня были другие идеи, но и так сойдет. Хотел перелезть, что ли? Так, ставим вот так вот. И залазим на этот грузовик. Так, Элли за нами. В общем, мы сюда залазим и... В принципе, все. Забрались. Элли, давай руку. Вот так. Спасибо. Ну, что тут? Сейчас увидим.
Так, вот здесь, наконец-то, смотрите, у нас, видите, стол здесь стоит для улучшений. Я, наконец-то, смогу сейчас что-то улучшить. А, но сперва здесь надо все осмотреть, и вам показать заодно. Так, вот здесь пился. Ну, как я говорил, мне не очень нужны. Так. Сейчас вот эту дверь не открывайте пока. Так, и порох там, отлично. Так, вот здесь, смотрите, есть дверь. Нужно применить нож. Применяем. Вот так. Здесь есть книжка. Тут коктейль Молотова, вот, отлично. Теперь коктейль Молотова улучшено. Так, вот здесь, смотрите, огнемет. Опять эти таблетки. Сколько можно уже жрать их? Так, и детали, что немаловажно, очень много. Так, теперь смотрите, у нас тряпки переполнены. Можно сделать, в принципе, коктейль. Пригодится. А, вот еще самое главное, что это я забыл вообще. Вот инструмент, наконец-то, у нас 4 уровня. Берем его. Так, вот сейчас мы еще вроде как здесь не осмотрели ничего. Вот здесь, я помню, детали лежат в этом шкафчике. 25 вроде. А, нет, 10. Сойдет. Так, камни-ка. Давай потише, пока не ясно, что происходит. Потому что я еще здесь не закончил. Вот здесь возвращаемся обратно к столику. У нас 4 уровень, помните, да? Теперь мы можем улучшать немножко больше. А, скорострельность. Так, лук. Дальность надо прокачать. Пока не знаю, скорость извлечения. Это, как я вам говорил уже ранее, это скорость натяжения тетивы. Так, вот здесь дальность надо прокачать. Огнемету. Скорость перезарядки, в принципе, нам не очень важно, поскольку у него очень много вмещается. Так, сейчас ставим еще что? Винтовка. Мощность. Вот это полезное улучшение. Прицел, в принципе, нужно. Емкость в магазине, в принципе, это не нужно. Мне и так там 2 патрона вмещается в ствол. Так, вот здесь скорострельность. Хотя нет, надо сначала емкость. Скорострельность. Ой, не до конца. Ладно, посмотрим. Так, 9-миллиметровый. Ну вот я стреляю только по головам, поэтому скорострельность мне не очень важна. Емкость магазина, в принципе, тоже. Так, ну давай, скорость перезарядки. 15. В принципе, мало. Скорострельность. Так, ну и все, пожалуй. Так, посмотрим. Скорострельность дробовика. В принципе, нет, давайте лучше. Так, скорость извлечения, скорость натяжения тетивы, это нам более важно. Так, скорострельность дробовика тоже сойдет. Емкость, в принципе, нам не так важно. Кратыш. Так, отдача. Отдача мне не нравится. Разброс тоже нам нужен. Так, емкость магазина. И так, лучше я пока оставлю немножечко деталей. Нам на бронебойность еще пригодится для снайпы. Так, ну... А, стоп, у нас еще огнемет не улучшен. Ой, в смысле, перезаряжен. Перезаряжаем. Так, ну, наверное, нам... Ой, не то поставил, не то. Надо ставить. Снайпу. Так, и вот здесь у нас, смотрите, дополнительный диалог. Якобы. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Всякая медицинская хрень. Понравилось, как он сказал.
О, кстати. Так, сахара у нас дохренища. Ну, дымка мне иногда нужна, если честно. Но вот, мне бомба еще пригодятся. Взрывчатки очень мало. Если узнаем, куда они ушли. Так, лучше кирпичик взять пока. Пригодится. Если трупов нет, возможно, они в щелкунов превратились. Так что это не так уж и хорошо. Так, вот здесь. Ой, не то. Бутылки. Не понимаю, они что тут так бухать любили, что ли? Бутылки от пива везде валяются. Кирпичи тут откуда, вообще непонятно. Так. Дай, ну ёлы детальки. Так, это еще вроде как не все. Тут я помню, еще есть. Вот. Вот. Деталь. Ка. Это. Черт. Наверное, это щелкуны? Нет, щелкуны не прячутся. Да, я от них еще обычно звук такой исходит, этот, когда они щелкают. Так. Пусто. Так, вон там я уже был. Значит, все, пока здесь все смотрели. Свет. Заметьте, как Джоэл руку поднял, то есть чувствуется такая человечность. Так, вот здесь снимок грибка. Вот он. Как он в мозг попадает и начинает захватывать ваш разум. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Так, вот здесь, ребятки, лежит диктофон, дополнительный предмет. Я его сейчас прослушаю. Либо вы прочитать это не сможете. 4 ящика оборудования полностью готовы к отправке. Теперь важный вопрос, что делать с вами, ребята. Руководство велит уничтожить зараженных особей. А я вот что скажу. Пошли в жопу. Вы жертвуете ради нас жизнью, так? Значит, вы заслужили свободу. Эй, полегче! А! Черт! Кретин. Меня укусили. Господи, кретин. Так, ну похоже. Что мы не стали злить макак. Да. Он не сказал, куда они ушли. Вот здесь да, медальон берем. Дальше. Берем его. Так, ну похоже, они ставили эксперименты над обезьянами, хотели, наверное, испытывали какие-то вакцину. Знаете, как в фильме «Я легенда», там только он на крысах ставил эксперименты. Да, они на макаках. Тоже, похоже, как-то заразили их. Только я прям не видел, чтобы у них там прям такой грибок был на лице, что они как-то изменились внешне. Я этого, если честно, не видел. Вот. Ну и ставили над ними эксперименты. Походу у них что-то пошло не так, они решили свалить отсюда. Так что у нас там можно что-то сделать? Нет, пока еще. Пока не надо. Поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать.
занимаемся полной хер... Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Без понятия вообще. Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Теперь нас кто-то спалил. Отлично вообще. Заметьте, они сейчас были на улице, и смотрите, вот прикол. Да, ребятки, немножко такое сложноватое место. Да отойди, Элли! Зачем? Я хотел его в заложники взять. Господи. Ха-ха-ха-ха. Чё, наебать меня решил, да? Ой, у меня же это... Ни хрена нет. А, нет. Давайте палочку. Все улучшим сейчас. Сколько у нас всего. Отлично. Вообще четко. Так, теперь... Дермоед! Да и... Чего? А, понял. Дермоед. Так, Эль Диабло лучше пока приберечь. Ага. Так, кирпичик вот здесь. Берем его. Дермоед. Ёлы-палы, а! Там уже с винтовок стреляют по нам. Что, крутой что ли, а? Эти пытаются уворачиваться. Наборник! Где? Где дробовик? Ой, вон он, дробовик. Тихо-тихо-тихо, не убивай его. Привет. Ха-ха-ха. Развод по-американски. Элли, я тебя люблю. Ты прям не сэкономил одну пульку. Спокойной ночи. Йо. Косой. Ты куда стреляешь? Так, ну давай, покажись. Так, отлично. Немножко потратил, ну ладно, что поделать. И честно, они такие вообще наглые, ребятки. Они вам, я не знаю, меня с картыша вот здесь, я на лестнице уже спустился вниз, и меня с картыша за километр убили. Чё? Чё? Ах ты, сука! Ай! Получай, урод. Блин, сколько у них этих топориков. Да не говори вообще. Раненый. Так, в общем, давайте здесь сделаем так вот. Бомба установлена. Так, ну, вот я здесь, меня убивали просто, я уже сказал, ну их в
попу, понимаешь, не хочу рисковать, к тому же я еще раненый. Ну, Элли, ну почему ты у меня фраги забираешь? А? Так, вот теперь у меня, видите, топорик уже немножечко покоцанный там, да? Сейчас я вернусь за тем топориком, который у нас... Так, а у нас нет ничего, ни кирпича. А, вот кирпич. Раз, топорик улучшенный. Два. Вот. В общем, спускаемся сюда. Идем дальше. Пошел в задницу, козел. Чё ты ко мне пристал, а? Урод. На! Ой, блядь! Ай, блядь! Господи! Что мне делать? Уходи. Что? Уходи. Ай! О, щит. Тяни. Ладно. Давай, давай, давай. Готов? Раз, да, готов. Два, три. Пошли. Ой, ой, ёлы. Представляете? На арматуру упал, блин, капец. Это капец. Никого не видно. Сколько кровищи. Джоэл, как дела? Я цел. Я цел. С окном справишься? Да, да, да. Ладно. Ох, ёлы. Двигай, двигай! Ай, хедшот же был, а? Ну ладно. Так. В общем, выходим уже отсюда. Ух ты! Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена! Ни хрена. Пошли! Ты как так еще протянешь, а? О, давай, опирайся на меня. Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою. Дойду я, подожди. Хватит меня материть. Сверху. Потихонечку за мной. Давай, давай, немножко осталось.
Не понял. Давай. Ты иди ко мне. Так. Залезешь? Да, ребятки, что же будет дальше? Кажись, ушли. Я когда играл первый раз, если честно, мне эмоции просто переполняли. Черт! Джоэл! Ну-ка! Вставай, вставай! Скажи, что делать! Давай! Ну вставай ты! Джоэл! Блин! Ну хоть что-нибудь! Черт! О, сойдет! Так, давай-ка повернись. Господи. Временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его! Я скоро вернусь. Обещаю. Так как видите, дорогие друзья, я решил совместить основную сюжетную линию с дополнением видео, да, в этом в конце этого видео я вам покажу геймплейную составляющую дополнения. Но я решил как бы совместить с основной сюжетной линией, поскольку они как бы, ну, этот кусок как бы вырезали, да, и вставили в дополнение. Ну, не то чтобы вырезали, просто нам не показывали, а в дополнении. В этом решили нам все-таки его показать. То, что случилось, когда Джоэл упал на арматуру. Как она ему залатала рану и тому подобное. В общем, я вот эту геймплейную составляющую вам покажу. А вот историю отношения там Элли с Райли не буду. Черт. Поскольку там ничего сложного нет, вы там сами все сможете сделать. А вот здесь все-таки на реализме надо... Не знаю, я еще не проходил, первый раз прохожу. Также в летсплее. Я вам покажу, как все здесь надо все сделать. Аптека Уэстона. То, что нужно. Так, давайте в аптеку заглянем. Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Что тут? Ну, хоть что-нибудь. Ничего. Конечно, все унесли. Вот записка. Фармацевт. Может, у него что найдется?
Важно, фармацевт спятил и напал на меня. Пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине. Американская принцесса по соседству. Помогите ему. Комбинация от замка 353031. Окей. Что ж такое? Аптечка. Как мне туда попасть? Нужен ключ. Что ж, теперь идем в соседний магазин. Если вы находите вот эту записку, у вас уже есть комбинация. Или ее сейчас введет просто и все. 35 вправо, 30 влево. 31 вправо. Сработало? Черт, споры. Ну... Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Как вы помните, у Эли иммунитет, поэтому спор она не боится. Так, вы видите, тут особо не богато, то есть нам также будут не баловать. Тьфу, дрянь. Всякими там Эх, плюсами, только ингредиентами. Только не оживай, пусто. Интересно, как он пустил споры, если здесь источника солнца-то и нет? Так, блин, чтоб тебя. Так, вот здесь берем записку. Ключ, аптека, погнали. А, черт. Ждем, пока он проходит. Потом кидаем кирпич. Ну а дальше все просто. Да, ребятки, если не знаете, как ножом убивать, да, когда глушили, можно, в принципе, квадратиком, можно треугольником. В принципе, это то же самое будет. Вы его и так убьете. Одним ударом. Есть! Нет. Должно что-то быть. Держись, Джоэл. Так, вот здесь сахар есть. И вроде как больше ничего. Ладно, идем дальше. Забыл про это. Так, вот здесь вроде у нас что-то лежит. Есть тряпка, взрывчатка, еще и ножницы. Но видите, нам полные как бы ячейки не дают, только там треть. И где-то так, треть или две с половиной, два с половиной. Ниток нет. Ну, хоть это оставили. Так, а вот аптечку я вам сейчас не советую тратить. Она сейчас как бы немножко... Видите, она лечится, значит. Она немножечко ранена. Ну, после той заварушки, помните, ее там и биты ударили по лицу. Она там отстрелялась как более, как не менее. Ну, поэтому нормально, что у нее здесь жизни почти нет. Ну, рискнем.
же мне туда забраться? Так, теперь нам нужно придумать способ, как залезть наверх. Самолет. Так, в нем наверняка есть какая-нибудь там армейская аптечка. Нам этого как раз сейчас не хватает. Ужас. Ужас. Сахар. О, я помню то, что здесь написано. Тут руку отрезали, человека укусили, я помню. И чтобы он не обратился, ему ампутировали руку. Ах, какая мерзость. Генератор на том конце кабеля. Да, Джоэл? Похоже, что так. Господи, чертова кошка. Жутковатое место, особенно для одной маленькой девочки. Твою же мать! Ты смерти моей хочешь? Ага. Вот и генератор. Так, советую вам, прежде чем включать его, все смотреть. Все смотрите. Так, вот здесь есть маленькая аптечка. Да, вот она. Берем ее. Кирпичик. Хотя, в принципе, Элли не умеет бить кирпичом, поэтому что кирпич, что бутылка для нее это одно и то же. Ой-ой-ой. Что за музыка? Что за музыка? Блин, патронов нигде нет. Классно. Вообще супер. Так. Вот и он. Я на месте. Никак. Бензина нет. Еще и бензина нет, да? Вообще супер. В общем, нужно заправить сначала генератор, а потом его включить. Ну, где бы достать бензин? Ну, не может быть все так просто, Элли. Не может быть. Не может. Так, в общем, здесь, ребятки, у нас такое замороченное место, на самом деле. Вот, смотрите, здесь 4 зомбака. У нас 0 пуля, конечно же. Ёлы, ну могли хотя бы оставить нам тут 4 пульки хотя бы в начале, когда мы сюда в тоннельчик заходили. Нет нам. Вот вам кирпич. Вот вам ножичек, делай, что хочешь. Спасибо вам, разработчики. Ну давай, ну забегай ты уже сюда. Вот, в общем, когда на открытое место не забегает. В общем, а здесь бывает еще, кстати, кирпичи эти не срабатывают. То есть,
вы взяли, кинули кирпич, а им хоть бы что. То есть, ну, так. Они дальше так бегут. Так, в общем, у нас осталось два кирпича. Один вот у меня в руке, а второй у нас в другом конце. И одна пулька. Надо три пульки, чтобы их убить. Вот смотрите, опять кирпич не действует. Что мне делать? В голову, что ли, стрелять? Ну, хотя бы так, да. А, нет, видите, вот я думал, что в голову надо там с двух выстрелов попасть. Потому что щелкунам из-за того, что у них этот грибок, надо два раза в голову попасть из 9-мм. А у нее, считайте, такой пистолетик, как 9-мм. Вот, и... Ну, я думал, не пробьет. Оказывается, вот пробивает. В общем, последний кирпич не тратьте. Вот только когда бежит у нас, да, уже? Вот так вот берем. Ой, хорошо. Еще пульки нам дали. Так, вот такое место. Ну, если честно, я... Да, вроде бы. Да, если честно, я его не с первого раза прошел, ребятки. Ищем бензин. Потому что, вот, говорю же, здесь надо попадать. Это раз. К тому же еще пульки не всегда. Что за... Отлично. Как это делается? Берем шланг и высасываем бензин. Косяк. Косяк. Пошло. Так. Косяк. Ладно. Ой. Этого хватит. Что это было? Куда она выливала бензин? Воду, что ли, обратно? Да. Ладно. Так, стоп. Хотя, ладно, можно уже, в принципе, сразу все там уже осмотрел. Заливаем, в общем, бензинчик. Вот так. Да, звук очень правдоподобный, когда бензин заливаешь, бензобак, машину. Очень правдоподобно. Так, ну или такой же принцип. Тянем, тянем. Сейчас не пугайтесь. Вот. Заметано. В воду не соваться. Так, ну воду я вам... Или правильно говорит. Вот мы из-за того, что включили электричество, видите, теперь здесь электронная дверь. Можем открыть. Хотя почему не могли открывать до этого, так, я не понимаю. Дверь я открыла. Здесь простая вот... Это вот система засов. Так. Кстати, очень красиво выглядит смерть, когда Элли прыгает в электричество. Тихо. Смотри вперед. Но я вам этого делать не советую. Все получится. Не факт, что здесь чекпоинт у меня сохраняется. Ты не упадешь в воду. Поджаришься. Да. Так. Здесь у нас, видите, на капоте прям. Опа, опа. Так, это что у нас было? А, это нам вот показывает. Выход. Где выход? Как же туда попасть? Сейчас. Сейчас спускаемся вот сюда. И идем дальше. Так, вот здесь такая небольшая головоломочка. Ну, то, что головоломка. Открываем, в общем, ворота вот эти вот. Раз. Надо смотреть, может, что-то здесь есть. Нет, здесь ничего нет. Тогда открываем вот эти вот ворота. И смотрите, в общем, здесь вот эта вот хрень. Вот эти вот ящики на колесиках. Ставим их, в общем-то, вот сюда. Ой, не нравится мне вот эта музыка, когда начинается вот это вот. То, что сейчас играет, не нравится. Сразу говорит, что очень плохо все. Так, в общем, залазим. Вот, видите, на крышу. Опа. Мы не падаем. Так, и залазим сюда. И снова по вентиляции сверху ползем. Перебираемся на ту сторону. Здесь вода по-прежнему, видите. Там оголенные провода в воде. А ток, он контактирует с водой. Это понятно, известно всем. Но думаю, не каждый знает, что...
вода становится проводником тока, только когда в ней присутствует соль. Так, проходим дальше. Так, вот сейчас не спешим. Здесь у нас щелкун и обычный зомбарь. Обычного зомбаря легко убить. Он щелкнул, хрен подберешься на самом деле. Услышит вас за милю просто. Так, а у нас всего лишь, смотрите, одна аптечка, и все. Я ничего не пропускал, то есть я все абсолютно брал, еще ничего не потратил. Хотя потратить тут, в принципе, нельзя было ничего, потому что ничего даже скрафтить не могу. Аптечку, которую я нашел у этого, у лекаря, который там мертвяка, я ее тоже не тратил еще. Так, в общем, смотрите. Ждем опять вот здесь щелкуна. Вот он, идет как бы здесь по кругу, знаете. И можно его прям спереди. Вот так вот. В пузо. Уже подкрадываться к ним здесь очень тяжело. Вот главное сейчас бояться, если вы будете идти тихо, то главное бояться обычных зомбарей, потому что они-то зрячие, они могут вас увидеть. А щелкуны-то они слепые. Ориентируются только по звуку. Так, вот смотрите, здесь еще один щелкун. Раз. В общем, лучше, знаете как, вот ждать, чтобы вы попадались прямо на его траекторию движения. То есть, как только вы... Он на вас идет вот так вот, нажимаем. Это самый легкий путь, скажем так. Потому что он вас не услышит. Вы стоите на месте, убиваете его, и все. То есть, в принципе, не так уж и сложно. Сложно за ним гоняться. Так, я не знаю. Не хочу я тратить кирпичик. Блин. Я думал, сейчас на меня накинется. Козёль. Так. Вот так, ну, в принципе, вот так вот. Ничего сложного нет, на самом деле. Сложнее было тогда, когда сейчас мы с этими бегунами сталкивались. Эти собаки меня реально уже заколебали. Патроны у меня иногда вообще не выпадали. Кирпичики на них не действуют иногда. Вот они бегут, я кидаю в них кирпичик, они вообще там спокойно пробегают дальше. Я думаю, ну что за фигня. Ну, то есть, мне кажется, это уже недоработки игры. Так. Так, здесь, смотрите, ребятки. Насколько я помню. Да, здесь два щелкуна. В общем, не советую вам сначала открывать эту решеточку, да? Чтобы, ну, слезть наверх. Не, ну, в принципе, можно попытаться, конечно. Но я выбрал более такой безопасный путь. В общем, если вы там откроете, на вас тут зомбари побегут. Вы можете, в принципе, просто наверх убежать, да, и все. Здесь, как я вам уже раньше говорил, просто ждем, пока он пойдет на вас, и тупо нажимаем и режем его. Здесь можно просто кинуть, зарезать, ну и все. Ладно. То есть нам нужно только сейчас найти кирпичик. Не понял, что это было. Застряло. Найти кирпичик или... Вот бутылочку, вот она, я помню, здесь лежит. Все, и мы, в принципе, без потерь прошли это место. Только попробуй, не открывай. Я, если честно, сейчас первый раз... зашибись! Маханулся. Вот видите, звук такой был. Сейчас бы ее услышали. И погнали, и погнали бы на нее. Вот, я здесь первый раз лоханулся с этими зомбаками. Я вот первого также убил, как я вам показывал, да, то есть подождал. Вот. Убил его, а второго решил сэкономить кирпичик и решил его зарезать. Ну, не получилось.
итоге он меня сожрал. Поэтому просто кидаем и убиваем его. Так, слушаем диктофон. Ну, Элис, я нашла пару диктофонов. Может, получится задокументировать все, что происходит. Ну и хоть теперь есть повод поговорить. Пусть даже с самой собой. Ты меня той ночью сильно ударил. Синяк до сих пор болит. Я пыталась тебя покормить. А ты стал кричать, что я ворую твою еду. Ты хоть представляешь, какая я голодная? Я понимаю, что это у тебя от лихорадки, но... Я ведь ушла от тебя. Отошла на добрых 10 миль, а потом повернула назад. Как ты говорил, спим вместе, едим вместе, срём вместе. Мы одна семья. Так что нет, я никуда не уйду. Боже, помоги ему выздороветь. И сколько таких историй, я думаю, очень много. Если действительно было такое началось бы, да, вот этот апокалипсис с этим грибом, который воздействовал на разум человека. А, черт. Так. Это было бы очень-очень прискорбно. Все люди бы вымерли. Ну, на Элли одна надежда. У нее иммунитет. Так, в общем, мы здесь просто прыгаем. Твою мать! Только не падай! Только бы не пустая. Все, мое. Никому не отдам. У нашего приятеля уже неприятности. Теперь мы должны идти к нему, дабы ему помочь и залатать ему раны. Что ж, полдела мы уже сделали, аптечку мы нашли. Осталось только до него дойти. Так, ну по-прежнему у меня в портфеле не богато. Да. Сейчас сразу не идем прямо. Здесь можно найти снимок как раз вот этих вот людей, которые сейчас говорит в записках, ну говорятся в записках, и на диктофоне там женщина говорила. Черт. Черт! Какого хрена? Мое. Тихо. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Я пойду сюда. Зайди сзади. Зайди сзади. Так, ну хоть стрел у нас много. Так, сейчас сразу вот этим вот за вот этим вот правым идем. И кушаем его. Ага. У нас теперь есть лук. Идем вот сюда и сразу набрасываемся.
Так, и остался у нас всего лишь один. Ну, это уже, считайте, легкая жертва для Элли. Для такой охотницы, как Элли. Режет она их как свиней. Держись. Я тебя спасу, Джоэл. Так, ребята, ну хотят драки? Я им устрою драку. Здесь все просто. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Ну, вместе с Джоэлом, ты имеешь в виду, правильно? Значит, смысл штопать. Так, вот здесь алкашка, в общем. Дают нам тут чем поживиться. Так, теперь. Смотрите, я уже не знаю сколько. Я уже столько собрал. И все равно ничего не могу скрафтить. По-моему, тут так, это для галочки. Так, опа, что здесь можно. Вот Элли может делать, но ингредиентов ей не хватает. Разработчики просто на нами стебутся. Так, проходим дальше. Я не знаю, ребятки, пригодятся ли нам еще в дальнейшем стрелы. Ну, вот как видите, тут можно их тупо так порезать. Так. Ой, кровище. Ну и куда? Тут парень как раз, помните, которому ампутировали руку, чтобы он выжил. Чтобы, нет, избавить, ну, его от заражения, но походу у него это не получилось. Да. Тут как в морозилке. Я последний выживший член отряда. И мне суждено сдохнуть. Чего ты от меня ждала? Меня укусили. Все равно, в конце концов, она бы меня прикончила. Хоть я и не заразился. Она сказала, что не станет, но по глазам я все понял. Иначе зачем она потянулась за пистолетом? Какого хера она потянулась за пистолетом? Я же с ней просто разговаривал. Если бы она не врала, мне не пришлось бы ее бить. Она бы меня застрелила. Это точно. Тогда чего же она тебя раньше не убила, Элис? Да, неважно. Я ее застрелил и убежал. И от этих тварей отбился. Так вот. Швы на моем обрубке разошлись. Рану зашить не могу. Одной рукой не могу. Узелок не затянуть. Риган. Как холодно. Я немножко передохну. Да. Ой, страшная смерть. Вот так вот в холоде просто засесть и ждать своей смерти. Я не понимаю, он мог, в принципе, одной рукой завязать. Так, в общем, ребятки, сюда просто вот переходим. И ждем, пока придет подкрепление к этим охотникам. Ну, или бомжей, как я их называю. И, в общем, сейчас они их заметят, и будет перестрелка. Там уже, не знаю, рандомно они как-то выигрывают то люди, то зомбари. Слава богу, вы пришли. Нашли что-нибудь? Их тут полно. Черт, мы их выкурим. Только прикройте! Что за? Черт!
Теперь разойдитесь и ищите. Хера себе он наглый. Еще один. Как они узнали, что я тут сижу? Сижу и никого не трогаю, они берут просто. Есть еще желающие? Идут на меня, нормально. Нет? Хорошо. Причем так вот залез уверенно, как будто точно знал, что я там. Как бы, знаешь, так теперь ищите ее. Так, знаешь, а на самом деле, ага, вон она, походу. И пошел на меня, нормально. Уже 5 стрел, нормально. Нормально. Так, нам они еще пригодятся, скорее всего. Так, идем. Так, а мы уже совсем рядом, кстати. Ну вот, придется обходить. Помните, вон там она оставила Джоэла и заперла ворота. Теперь нам надо как-то это обойти, что ли. Да. А, кстати, я забыл сказать вот здесь. Показать, в смысле. Вот, сахар лежит. Не знаю, пригодится ли он вообще. Ну, смотрите, ну ничего нам не дают нормально сделать до конца. Хотя нет, вот, походу, дадут сейчас. Слава богу. Раз, два. Ну вот, теперь можно сделать то ли аптечку, то ли коктейль Молотова. А я пока приберегу. Так. Так, видите, у меня, походу, еще жизнь не до конца восстановлена. Ох, ёлы. Да тут зомбарейте. В общем, выходим вот так вот. И идем назад. Что это? Назад. У вас должен быть обязательно кирпичик. Мы все кругом обошли. Лошадиный след обрывается здесь. Они здесь. Может, они уже подохли? Тогда найдите их трупы. И чего они так привязались? Не понимаю, им что, нравится терять лишних людей? Нормально, как меня запалили. Друг друга, уроды. Или меня не запалили. Ничего себе он его, как Джоэл прям. Ищите мужика. Так, вот и все. Да, мне повезло, видите, я вообще только одного просто убил и все. Они сами там разобрались. Теперь у нас более-менее нормально. Так, что у нас тут есть? О, кашка осталась. Есть стрела, отлично. Так, а с них, кстати, тоже надо что-то падать. Хоть я их не убивал. Видели, как там у зомбаря кашка упала. Это очень приятно, что остается. О, да нахуй, тут патроны даже дали. Офигеть. Не может быть. Так, что же нам сделать? Так, ну бомбы, наверное. Бомбу сделаю, она мне нужна. Так, ну а пока... Ничего, пока не знаю. Что нам пригодится дальше? Так, здесь ничего.
Значит, идем к воротам. Так. Мы уже близки. Близки мы к Джоэлу. Так, тряпочку. Стрела. Нам это все пригодится. Слушайте, а нормально так у меня вещей? Да? В принципе-то. Так, ребятки, вот здесь нужно действовать аккуратненько. В общем, убиваем вот это вот. Потом вот этого. Вот, и идем аккуратненько. Вот сюда. Они его убьют. Надо что-то делать. Срочно. Это скорее всего, что они его убьют. Так, в общем, ждем вот здесь третьего. Вот он. Пришел. Убили его. Элли, сделай что-нибудь. Да подожди ты. Еще не время. Так, вот стрелка. Повезло-то мне. Так, вот я не знаю, не советую вам, наверное, так вот стрелять, потому что стрелы редко уцелевают после того, как вы вот так вот стреляете. Черт! Убил? Да, убил. Отлично. Да, вот видите, стрела сломалась. Сколько у нас еще? 3 штуки. Отлично. Так, тогда действуем вот так вот. Этого валим. Понял! Этот сразу наложит штанышки и уйдет. Теперь надо искать его. Так, ну ты что тупишь-то? Убираем его. Так, вот здесь из-за препятствия, когда вы стреляете вот с лука, вот видите, вот тетива так не сразу появляется. То есть так вот. А вот видите. Хотя нет, здесь нормально еще. Но вот за такими препятствиями она иногда вот ты вроде целишься, целишься, не получается. Так, ну вот здесь уже так, знаете, это жертва. Просто идем. Стрелка. Стрелка. Так, есть. Стрелка. Вот так. Так, ну вроде все. Теперь мы прошли без потерь. То есть мы вроде как немного чего потратили. Ну, стрелу одну потерял. Даже две вроде. Так, ну это ладно. Теперь сюда идем, сейчас скажу, да, на второй этаж. Тут у нас лечилово есть и тряпка. Ну, тряпка, я не знаю, больше нам не дают ни черта. И идем вот, вот сюда, лечилка еще пригодится. Так, идем, ложим бомбу вот сюда, под эту фигню. И спускаемся вниз. Спускаемся. Попытаемся сейчас открыть ворота. Хотя у нас ключ есть. Все нормально. Держись, Джоэл. Сейчас. Она внизу. Нет. У двери. Не дадут нам это просто так сделать. Уроды! Ладно. Хотите драться? Подеремся. Так, ладно. Хотя бы так можно было убить. Идем, пока птичку вот эту не берем. Пригодится. Пригодится. Идем вот за этот. Чтоб тебя! Чтоб тебя. Это чтоб тебя, урод. Ты меня заметил. В общем, надо было спрятаться за лестницу, успеть. Сейчас видите. Еще такую комбинацию сделать, то есть попадаете один раз в него, он слабый, и ножом его. Так, ну теперь у нас вся надежда на лук. Тут еще, кстати, парень
даже вроде двое, ходят с винтовками. Можно взять у них винтовки. В общем, ребятки, здесь довольно-таки сложно. Реально, вот если вы выйдете, я не знаю, вас, скорее всего, тут замочат, как маленького ребенка. В принципе, или есть маленький ребенок. Так. Они еще, сука, бегают. Так бесит. О, опять зараженные! Хедшот поставил с лука. Поэтому я его с первого раза и убил. Так, вот видите, там чувак спрятался. Так, ну зараженные сейчас они немножечко... Да, вот когда вот сейчас до этого момента люди будут прятаться... Люди будут прятаться, а зараженный будет на них нападать. Вот. Сейчас надо бояться вот этих зрячих зомбаков, потому что они могут видеть, а щелкуны нет. Лучше их убрать сразу. Хотя бы одного или двух. Ну, если они, в общем, видите, что если они на вас идут, лучше их убирать сразу. Еще после них что-то выпадает. В общем, у меня нет выбора. Есть еще бутылка. Отлично. Забираем у него патроны, винтовку. Отлично. Теперь будет легче с винтовкой. Она может с одного выносить выстрела. Так, ну-ка проверим. Да, снова выносит. Такая маленькая девочка стоит. Давайте, идите на меня, я вас всех уделаю. Ой, да, классно. Так, ну открываем, в принципе. Считайте, мы часть вот этого дополнения прошли. Все, да, вот Джоэл лежит. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. Типа. Так, спокойно. Боже, ей сколько лет? 12 зашивать такую рану.